Отличное утро. Добро пожаловать в вечно открытую страну отпуска. Ну, наконец-то, здорово, бро. Ну, вы здесь? Работаете патрульщиком наших локаций. Отстой. Следуйте за мной, я провожу ваши апартаменты. Настройщик человеческого вида 3000. Прекраснейшее утро. Думал я, но все опять постерилось. Что это за шоргани? А, весы. Хорошо выглядишь. Еще бы, 3 недели ничего не жрал. Я бы на тебя посмотрел. Может тебя выкинуть как-нибудь, ты меня бесишь. Щечи мои опухлости, какого лешего они весы приклеили к полу. Как ты у них нету полоскателя ротовой полости. Ладно, гель для волос пойдет. А это что за ерундовина такая? Ого! Это ж, ты глянь, это ж зеркало! Чё-то я слишком загорел, только в отпуск приехал. А я уже обуглившийся. Почему это я лысый постоянно? Может, я хочу волосы себе нарастить? Так хочется взять расчесочку, расчесать свою мохнатую головушку, а не раздербанить свою лысину с этой расческой. Я ж совсем забыл, что мы в будущем. Сейчас мы себе нарастим волосики. У меня есть борода, но она мне не нужна. Так что я ее побрею и оставлю усачи. Ага, ага, усачи, щекачи, волосы под носом. Надо их перекрасить. Знаешь, какой? Какой-нибудь такой яркий, солнечный. Наверное, в рыжий. Мам, а у нас были в семье рыжие. А, шуточки за 300. Как у тракториста. Сейчас мы вас подровняем. Ну чё, патрульные штучки вроде все готовы, сейчас камеру настроят только. Как оно включается? Батарейки нет, это твоя ж налево. Это пляжный патруль. Узым привет, всем по кокосу. Иди сюда, я тебя с кем-то познакомлю. Та-дам! Это, короче, управляющая здешней гостиницей, с ней нужно дружить. Прикинь, мне часы подогнали, часы! Просто не представляю, как я без них раньше обходился вообще. Дорого, богато. Буду выглядеть теперь я. Ну все, можешь ехать домой. Ну вот мы и прибыли на пляж, место нашего патруля. И у меня уже тут появились 2 фаната. Ты представляешь, 2 фаната, они просят сделать фото с ними. Сейчас, надо развернуться. Отличный кадр будет. Так, вы двое, не шевелитесь, не нервируйте меня. Сыр! Чудесная фотка, правда, вас на ней нету. Но это же не важно, главное, что есть я. Получите, разбежитесь. Это щенячий пляжный патруль. И у нас первый пострадавший. Он обгорел на солнце и получил солнечный удар. И даже мать на носу его не спасла. Как нам с вами помочь груду металла? Значит, берем книгу. Желательно потяжелее, фу, как дымит. И накрываем этой книгой ему рожу. О, если вы нашли на пляже огрызок колбасы, то можно исполнить сырный челлендж. Книгу в пекло. Значит так, огрызок колбасы кидаем на фейс. Если пострадавший не подает признаков жизни, значит мы что-то делаем не так. Нужно перекинуть. У него свисток есть, нужно отжать. Я сейчас глаз дам, а ну сними колбасу. Упс. На самом деле на пляже сейчас народ мало, и патрулировать поэтому особо нечего. Как ты можешь видеть, за мной там тетка купается в шляпе и кокосовый маньяк, вот. В принципе, по времени мы успеваем сейчас с тобой сходить на коктейльчики. Пойдем, я тебя угощу, вон туда нам, наверное, да. Я как обычно лажанул, здесь нет коктейлей. Но здесь есть что погрызть, ты как, хочешь, не хочешь.
Это, кстати, грильмастер. Он делает отличные бургеры. Эй, бро, открой рот, я тебя покормлю. Ну давай, за Pentium, за второй Pentium, за третий, за Celeron, за Intel Core 5, 6, 7, 8. Отстанет меня, долбанный человек. Вызовите полицию, меня избивают. Больной псих отстанет меня. Кажется, у меня сатрас. Ты чё, только дискеты жрёшь? Ой, блин, камера-то писала. Я думал, я её отключил. Беда, беда. Пришла не одна. Мадам застряла на камне без спасательного круга. Етишкин корень не налазит. О, это я заберу. Так-то лучше. А вам, мадам, мы наденем вот это. Все, теперь вы можете слезть с камня, а очки выкиньте. Они вам не подходят. Пляжный патруль. Спасти любой ценой. А здесь у нас находится увлекательнейшая игра. Песчаные городки. Пойдем заценим. Здорово, бро, ты попадешь в мой блок. Можно я заберу твою шляпу, она выглядит круче, чем у меня. А эту тебе. Значит, в чем соль этой игры? Нужно брать вот такие блоки песчаные и строить из них различные здания. Та-дам! Ну а здесь у нас местный магазинчик Dog Shop. Сейчас пляжный патруль устроит там обыск, потому что местные отдыхающие жалуются на продукцию этого магазина. Здорово, бро, как твое ничего? Есть запрещеночка какая, а? Чё молчишь, а? У этого бро явно есть что-то запрещенное, нужно его обыскать. Ага, не настоящий кокос. Кокос сделан из пластика китайского производства. Продукцию изъять. Что у нас тут есть еще? Кружка «Я люблю отпуск». Обычная кружка изъять. Книжка про пляж. Зачем продавать книжки про пляж, когда ты находишься на пляже? Вот это загадка. Тоже взять. А это? Ты посмотри, это же форма для вылепки ракушек. Фальшивых ракушек. О божечки, срочно, срочно прятки конфисковать. Сколько же здесь конфиската, ужас какой. Стаканчик досмотру, пожалуйста. Спасибо. Что у вас там есть запрещенные вещества? Что это такое? Я не понял. Отдайте стаканчик обратно, я его конфискую, там синяя жижа. И очки тоже конфискую, а за фальшивый кокос я вам штраф выпишу. Если только вы не оденете эти розовые очки. И вот эту шляпу вам еще тоже надо нацепить. Все. Теперь вы пляжный продавец. Правда, без продукции. Пляжный патруль. Чао, амиго. Не нарушай законы, окей? Мы находимся в гриль-баре, и у нас проверка холодильника. Вы посмотрите, как хранятся сосисоны. Это запрещено их замораживать до такой степени. Нужно в срочном порядке взять. Наш перегревшийся товарищ до сих пор находится на пляже и не собирается его покидать. Поэтому я притащил сюда замерзшие сосисоны, и сейчас мы кинем ему на лицо. О, бабушки, как голодно, но это так здорово. Охладительно. Спасибо, человек. Теперь я могу еще несколько часов полежать и пожариться на этом солнышке. Отличная работа, человек. Щеня, пляжный патруль, служу во имя всего. Чего всего, надо будет это потом вырезать. Ты видишь того чувака, который стоит напротив магазина и пьет что-то? Нужно к нему подойти и посмотреть, не запрещенка ли это. Добрый день, это пляжный патруль. Я веду запись, предоставьте ваш стаканчик, пожалуйста, чтобы я посмотрел, что вы пьете. Ну давай же, дай мне стаканчик. Ну, ты чё, ты не могу достать? Ты чё, спортсмен, что ли? Стакан не подался осмотру, а вот моя рука теперь требует медицинской помощи. Пляжный патруль. Что это такое? Неужели это фальшивые деньги на дне? Ты только глянь. О божечки. Здесь кто-то промышляет фальшивомонетческими делами. Нужно срочно разобраться. Кажется, я нашел. Смотри, кто там на дне плавает. Это же один из соучастников. Опускаемся на дно. Попался! Маленький храбик-фальшивомонетчик. От меня не скроешься. Он убежал! Лови его! Ха-ха, от патруля так просто никто не уйдет. Ну-ка. Опачки! Это нифига не необычный краб. Ты посмотри, у него на заднице штекер, а в ракушке розетка. Думаю, что это чей-то дрон, который наблюдает со дна морского. Заберу его домой. На допрос, исследование, проследование и прочие патрульные дела. Ух, хорошо. Итак, если у вас возникают какие-то проблемы на пляже, то вы знаете, к кому обратиться. Конечно же, пляжный патруль, ну то есть ко мне. Не нарушай законов. Все, пока.
Я слежу за тобой, если чё, ага. Точнее, я уже выехал за тобой. Oh, won't you save me?